С Новым годом, друзья автомобилисты! Сегодня у нас 5 января 2020 года. Температура минус 2 градуса. Попробуем испытать легковой седан Chevrolet Aveo T300. Попробуем его испытать в снежной целине. Испытание на проходимость. 205 920 километров. Заканчивается у нас 206 тысяча заканчивается у нас пробега. Выезжаем. Так. На зимник, по которому ходят лесовозы. Ну и мы на Chevrolet Aveo тоже можем попробовать проехать. И пытаемся заехать вот сюда вот. Расчищенный участок должно у нас с вами получиться. Смотрим. Так. Сейчас съедем с плиты расчищенной и попадаем мы с вами на целину. Попадаем на целину. Ничего, идет нормально. Машинка идет нормально. Не буксует. И слегка подбуксовывает. Но это все у нас с вами в пределах нормы. Вот так вот двигается Chevrolet Aveo в снежной целине по пороге. По пороге. Смотрим. Снег не очень много, ну выше щиколотки. Пока расчищал, немножко промочил даже ноги. Вот так вот у нас такой вид. А вот наши следы. Так, вот следы от буксования. Смотрим, да. Пошел подъемчик, немножко мы побуксовали. Чуть-чуть колеса провернулись. А вот здесь, где достаточно глубоко, Chevrolet Aveo двигался нормально. Всем удачи!